люди, блядь. Чё ж ты глохнуть начала, блядь? Далее, все, я вот через 100 метров уже буду возле рынка. Черный Део, скажи мне. Ага, ну я да, и... Да, он разбегался. Ага, ну это как раз это самое, сейчас Черное Део еду, я как раз эти 100 метров мне и осталось. Сейчас я буду. Таксистов всех знаешь. Бороду знал? Ты знаешь. Борода, борода. Вова на Гагарина. Что там его? Говорят, закрыли, блин. Да я, если честно, не слышал, чтобы его закрыли. Да уже с год как закрыли, блядь. Гранату там в кого-то кинул, блядь. А, все. Да, сначала же его ж приняли, же это самое, выпустили же. А потом же он, блядь, начал нахуй бегать. А под выписку или под подписку, блин? Да. Сначала выпустили, короче, а потом он начал, короче, блядь, прятаться, бегать, нахуй, блядь. И выхватили его, нахуй, блядь. И закрыли. Закрыли, да. Так а суд уже был? Я уже хую знает, уже военная операция, короче, это, блядь, началась. Суды. Да, его еще год назад, блядь. Да не, какой год, я тебе скажу, прошлой осенью. О, да, в такое время его и закрывали, все правильно. Ну, это же 2-3 ну, месяца. По идее, суд уже был, блядь. Ну, конечно. Пока 2-3 месяца, пока следствие, пока... Да, вот здесь вот как раз я его и встречу. 2-3 месяца, пока... Ой, я покурю. Ну, да, я сладкого, умеренное, нахуй. А выйдем? Ну, давай выйдем, да.